Мелодия прошлого века. Челябинские реставраторы восстановили граммофон, которому 100 лет. Теперь проигрыватель выглядит как новый. Раритетный граммофон хранится в фонде музея 15 лет. В этом году его отправили на реставрацию. За 5 месяцев мастерам удалось вернуть граммофону прежний вид и звучание. Интересно, что большая часть оригинальных деталей сохранилась. Граммофон был разобран до винтика. Вот, разобран был механизм. Старались все сохранить как есть, то есть не навредить. В рабочем состоянии и в полной комплектации такой граммофон... это большая редкость, его не найти. Вывести в свет старинное устройство решили в честь столетия исторического музея Южного Урала. Теперь граммофон – жемчужина новой постоянной экспозиции «История купечества на Урале». Насладиться музыкой на виниле и красотой убранств начала 20 века может любой желающий на групповой экскурсии по выставке. На нее необходимо записаться заранее.